прошлом 2022 году исполнилось 220 лет со дня основания Колыванской шлифовальной фабрики, которую сегодня мы знаем под названием Колыванский каменерезный завод имени Ползунова. Наверное, большинство жителей Алтайского края знают название скромного населенного пункта в Куринском районе – Колывань. Несмотря на эту скромность, Колывань является, пожалуй, одной из жемчужин Алтайского края и России. Именно в селе Колывань в 1729 году был открыт первый на Алтае медиплавильный завод, который проработал до конца XVIII века. А в 802 году на его месте была построена Колыванская шлифовальная фабрика. И с тех пор Колывань стала третьим после Петергофа и Екатеринбурга центром по художественной обработке камня в России. И, к счастью, она продолжает существовать и сегодня, и продолжает свою работу. За первые 100 лет на фабрике было изготовлено более 250 крупных ваз, более 70 колонн, несколько десятков столешниц, канделябров, различных каминов и так далее. Ну, конечно, самым знаменитым изделием Колыванской шлифовальной фабрики является так называемая колоссальная семиаршинная ваза из зеленоволнистой яшмы, которую иногда называют царицей ваз за ее необычайно большие размеры. Эта чаша изображена на гербе Алтайского края и стала одним из символов нашего региона. Как и многие другие изделия Колыванской шлифовальной фабрики, она находится сегодня в Государственном Эрмитаже. Колыванские изделия стали украшениями самых роскошных дворцов Европы и России. Нередко российская монархия использовала их как дипломатические подарки. Они неоднократно удостаивались медалей на международных выставках и были одним из самых узнаваемых брендов Российской империи. Кто же делал все эти изделия? Ответ, казалось бы, очевиден. Конечно, рабочие Колыванской шлифовальной фабрики. Но если мы обратимся к опубликованным материалам или в музее, где находятся эти изделия, то, к сожалению, за редким исключением мы не найдем их имена или уж тем более какие-то более подробные сведения об этих людях. Много лет назад мне захотелось исправить эту несправедливость. И в процессе работы прежде всего с архивными документами, а также с опубликованными источниками, мне удалось установить практически все имена алтайских камнерезов, а также найти сведения об их профессиональном пути, об их жизни, восстановить родословные, найти династии, проследить их, проанализировать. На сегодняшний день восстановлено более 65 династий алтайских камнерезов. И сегодня мне бы хотелось поделиться с вами некоторыми самыми интересными историями о нескольких камнерезах. Хочу начать с Филиппа Васильевича Стрижкова. Несмотря на то, что это самый известный алтайский камнерез, и его имя, конечно же, содержится на колыванских изделиях, тем не менее пройти мимо него невозможно. Он родился в семье простого мастерового, окончил Змеиногорскую горнозаводскую школу и работал промывальщиком, а затем горным штейгером на Змеиногорском руднике. Но его талант, ум был замечен вышестоящим руководством, и его собирались отправить в Петербург для дальнейшего обучения. Но в 1786 году было решено организовать при Локтевском сереброплавильном заводе небольшую шлифовальную мельницу. И вот именно в Локоть и был направлен Филипп Васильевич Стрижков для организации этой мельницы вместо Петербурга. Локтевская мельница проработала всего 15 лет. Но ее опыт работы был настолько успешен, в том числе и благодаря Филиппу Васильевичу Стрижкову, а камнерезные произведения, сделанные на ней, настолько востребованы, что было решено перенести производство специально в Колывань, специально построенную для этого фабрику. Именно Филипп Васильевич, находясь на службе на Локтевской мельнице, изобрел так называемую сверлительную машину, которая позволила ускорить обработку камнерезных изделий в 10 раз, а также улучшить ее качество, ну и, конечно, облегчить труд камнерезов. В Петербург он все-таки тоже попал, и даже не один раз, когда сопровождал готовые изделия ко двору.
посещал Петерговскую гранильную фабрику, знакомился с ее оборудованием, с методами работы. И по его проекту и под его руководством в 802 году и был построен первый корпус Голованской шлифовальной фабрики двухэтажный, который существует и работает до сих пор. Он же стал и первым управляющим фабрики. Именно поэтому его имя, как правило, выгравировано на изделиях вплоть до того момента, когда он скончался. А скончался он в 1811 году от профессионального заболевания всех камерезов, которое раньше называлось чахоткой, а сегодня мы его знаем под названием силикоз. Таким образом, Филипп Васильевич оставил огромный след в истории камерезного дела, и на основе его изобретений и инноваций фабрика проработала весь XIX век. Еще один алтайский камнерез, о котором мне хотелось бы рассказать, это Яков Петров Протопопов. В 18-19 веках в именах представителей непривилегированных сословий, таких как в том числе мастеровые или крестьяне, не использовались суффиксы «ович» или «евич» в отчествах. Поэтому я буду следовать тому написанию имен, которое было в дореволюционных документах фабрики. История Якова Протопопова о том, как он ездил к Наполеону Бонапарту, стала одной из голованских легенд. Тем не менее, она основана на реальных событиях. В 1807 году между Россией и Францией был заключен Тильзитский мирный договор, по итогам которого император Александр I и Наполеон I обменялись дипломатическими ценными подарками. Наполеон отправил в Петербург фарфоровые сервизы северских мануфактур, а Александр I направил в Париж квадратную чашу серо-фиолетового порфира и набор малахитовых приборов. Вот эту-то чашу, которая была сделана на Голованской шлифовальной фабрике, и сопровождал Яков Протопопов, простой отдельщик фабрики, сначала в Петербург в 1808 году, а затем в этом же году в Париж. И 21 августа 1808 года эта чаша и малахитовые приборы были подарены Наполеону I. Воспоминания Протопопова об этом событии были записаны в книге к столетию фабрики 1902 года издания, которое называлось «Голованская шлифовальная фабрика на Алтае». Как сообщается в этой книге, при вручении подарков Наполеону присутствовал на аудиенции и Яков Петров Протопопов, как он вспоминал, в очень неудобном камзоле, в котором он чувствовал себя очень скверно. Наполеон, любуясь подарком, заметил и голованского отдельщика. На его вопрос, кто это, ему ответили, что это русский мастер, который делал эту чашу. «Неужели этот медведь может сделать что-нибудь изящное?» — якобы воскликнул Наполеон. Протопопова наградили и отправили домой. Но прибыл он в Колывань только в 811 году, то есть отсутствовал практически 3 года. Супруга его потеряла, сохранилась переписка о том, переписка супруги с управляющим фабрикой и управляющего фабрикой с вышестоящими инстанциями о том, где же потерялся Яков Протопопов. Из этой переписки следует, что никто не знал о его местонахождении. Но в конце концов, в 811 году он прибыл в Колывань, привез с собой много французских монет, но, как говорят, еще больше французских слов, которыми щеголял направо и налево. И любил говорить, а вот у нас в Париже, а у нас в Париже. И то место, где стоял его дом, стали называть Парижем, а улицу Парижской, и сегодня эта улица есть в Колыване. Следующий камнерез, чью историю мне бы хотелось рассказать, это Тит Трофимович Воротников. В 1858 году он сопровождал в Санкт-Петербург первые колыванские художественные миниатюры из цветных камней, за что получил медаль и был награжден кафтаном 3-го разряда. Сохранилась даже фотография его в этом кафтане с медалью на груди, которая была сделана в Петергофе методом дагерротипа. Вернувшись в Колывань, Тит Трофимович изготовил по собственному проекту трость для Александра II из порфиров, за что получил именные золотые часы.
Также он участвовал в работе над химерической чашей, которая вызвала всеобщее восхищение на Всемирной выставке в Лондоне в 1862 году. Уже в конце своей жизни он изготовил по собственному проекту, за собственный счет, вазу на пьедестале для императрицы Марии Федоровны, за что получил награду 350 рублей. Невероятно, но некоторые работники Колыванской шлифовальной фабрики имели возможность встретиться и, скорее всего, встречались с наследником Российского престола, а затем императором Николаем II и его супругой. Так, в 1891 году цесаревич Николай Александрович посетил город Томск. Туда же была направлена делегация камнерезов, которые должны были вручить ему яшмовую столешницу. В составе делегации были Василий Галактионов Акимов и Артемий Игнатьев Трапезников. К сожалению, не сохранилось или пока не найдено изображение этого предмета, но зато есть изображение другого подарка уже императору Николаю II и его супруге в день их коронации. Это блюдо из белорецкого кварцита, которое вместе с солонкой из этого же материала было преподнесено Николаю II на коронацию. И сопровождали этот подарок, и присутствовали при его вручении тоже трое колыванских камнерезов: Гаврила Акулов, Авраам Дорохов и Сергей Сыромятников. Кроме этого, после коронации на них была возложена очень важная миссия, на каждого из них отдельная. Авраам Дорохов должен был остаться в Петергофе и проработать на Петергофской гранильной фабрике около 6 месяцев для знакомства с методами ее работы. Но, к сожалению, из-за скоропостижной смерти своего отца он был вынужден вернуться сразу же в Колывань. Сергей Сыромятников должен был на обратном пути задержаться в Екатеринбургской гранильной фабрике и изучить ее оборудование и методы работы. А вот Гаврила Акулов поступил на работу на фабрику малахитовых и бронзовых вещей Карла Верфеля в Петербурге и проработал там целый год, обучаясь резьбе на металле. Далее мне бы хотелось остановиться на целой династии алтайских камнерезов, которая связана со всеми тремя центрами художественной обработки камня Российской империи. Это Петерговская и Екатеринбургская гранильных фабрик и Колыванская шлифовальная фабрики. Речь идет о династии Ивачевых. Первый представитель династии Михаил Осипов Ивачев происходил из мастеровых и начал свою работу еще на Локтевской шлифовальной мельнице с момента ее основания. Его сын Иван сопровождал царицу Вас в Петербург, а его внук Назар Андреянов Ивачев, закончив Императорскую академию художеств, стал работать помощником по искусственной части директора Екатеринбургской гранильной фабрики. Также есть еще один представитель династии камнерезов Ивачевых, который окончил Академию наук. Это Павел Андреевич Ивачев. Он обучался вместе с Василием Суриковым, с которым они написали совместно 12 работ для Московской промышленной выставки, которая была посвящена памяти 200-летию Петра I. Позже Павел Ивачев работал несколько лет в товариществе передвижных художественных выставок, членами которого были многие его друзья по Академии художеств. Был знаком и в переписке с Иваном Шишкиным, Карлом Брюловым и другими знаменитыми художниками того времени. А с 1894 года был назначен управляющим Колыванской шлифовальной фабрикой. В 1902 году был переведен главным мастером на Петерговскую гранильную фабрику. Был награжден золотыми часами с бриллиантами за труды по изготовлению и сооружению сени храма Воскресения Христова на месте смертельного ранения императора Александра II. Еще Павел Ивачев стал одним из авторов упоминавшейся ранее книги «Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае». Именно он и записал воспоминания о поездке Якова Протопопова в Париж. С Петерговской гранильной фабрикой связана и еще одна династия камнерезов. Это династия Тихобаевых. В 1832 году подающих надежды молодых колыванских шлифовальных учеников Петра Тихобаева, Максима Кускова и Никиту Акимова перевели в мастеровые на Петерговскую гранильную фабрику.
Никита Акимов, к сожалению, быстро скончался и проработал всего 4 года. Михаил Кусков проработал на Петерговской гранильной фабрике около 35 лет и дослужился до звания мастера. А Петр Тихобаев участвовал в наборе малахитом колонн и пилястр малахитового зала Зимнего дворца, за что был награжден серебряной медалью на голубой ленте. В 1863 году за долговременную и усердную службу и за искусство в мозаичных работах был награжден золотыми часами. Участвовал в изготовлении камерезных изделий для Всемирной выставки в Париже в 1867 году. Его сыновья также стали камерезами Петерговской гранильной фабрики. Так что получается, что династия камерезов Тихобаевых была и в Колыване, и в Петергофе. Не хочу оставлять без внимания и женский вопрос на фабрике. Конечно, непосредственно с камнем женщины начали работать только после 1917 года. Тем не менее, самой первой официально трудоустроенной женщиной на Колыванской шлифовальной фабрике стала супруга фабричного повара, в прошлом шлифовального ученика Александра Таманова, звали ее Лукирия. В 40-х годах 19 века она числилась прачкой при фабричном госпитале с жалованием 8 рублей 16 копеек серебром. Запись об этом сделана, конечно же, не отдельно, а в формулярном списке ее супруга. Тем не менее, у алтайских камерезов еще много интересных историй, которые пока не стали достоянием общественности. Но я очень рада, что некоторые из них я рассказала сегодня.